друзья? Неправильный подарок. А чего я так прекрасна? Подарок тебе. Спасибо большое. Не за что. Я здесь такая популярная. Мой острый слух улавливает. Тут происходит что-то еще. Кто-то болтает за спиной. В общем, Пами прошла мимо моего дома и повернула налево. Выходит, эта девочка считает себя лучше всех нас, правильно? Она воображает себя принцессой, которая всегда права. Когда она прекратит вести себя как суперзвезда? И перестанет подслушивать! Ну ладно, обо мне опять говорили. Нет. Советую вам внимательнее относиться к словам. У этой девочки очень острый слух. В общем, до скорой встречи. До скорой встречи. Да, чуть не забыла. Скоро наступит особенный день. Не забудьте удивить меня. Да, не забудем. Мы чуть не попались. Нам надо быть осторожнее в следующий раз. Минуточку, а о каком это дне она говорила? Ой, по-моему, скоро день рождения Пами. Ой, чем же ее удивить в этом году? Леми всегда громко храпит, когда крепко спит. Неужели снова Упс и Купс? Не позволю этим рептилиям чинить тут беспорядки. Вот так. Пами, обязательно было включать тревогу посреди ночи. Дело в том, что я услышала голоса Упса и Купса в парке. Подозреваю, что они тайком выбрасывают там свой мусор. Правда? Давай сюда, Упс. Лучше по-быстрому избавиться от мусора. Кто здесь? Упс и Купс, вы что тут такое творите? Ну так, прогуливаемся. Уходим. Вот так, и не бросайте тут свой мусор. Мы должны быть благодарны Пами. Если бы она не предупредила нас, мы бы так и не узнали о планах Упса и Купса. Это верно, спасибо, Пами. Понятия не имею, откуда они все-таки узнали. Думаю, Пами услышала нас и подняла тревогу, поэтому они и примчались, Упс. Девчонка, я до нее доберусь. Теперь можно поспать. Как же шумно! Как можно спать при таком грохоте? Уже почти утро. Какой ужас! У меня темные круги под глазами. Интересно, кто это там? Ого, подарок для меня! Интересно, что там? Она больше никогда не будет на нас ябедничать. А почему это мой даритель не пожелал показаться? Ну что ж, важно то, что внутри. Ого!
обычные беруши. То, что мне нужно. Ой, ну наконец-то тишина. Теперь можно и поспать. Пойду-ка я за покупками. Простите, мисс, подскажите, где дом Чиву? Мисс, я Пами, не помнишь? А, да, конечно, Пами. Ты не знаешь, как найти Чиву? Зачем она тебе, когда я здесь? Ну, мне нужно повидаться с Чиву. Неважно, спасибо. Пами? А? Пами, хорошие новости. Руди первый в рейтинге популярности. О! Первый? Как ему удалось обойти меня? Никогда не чувствовала себя такой униженной. Как Руди удалось стать популярнее меня? Привет, Пами. Та-дам! Поздравляем с первым местом в конкурсе популярности. Ой, юху! Спасибо, что подбадриваешь меня. Поверить не могу, что проиграла конкурс популярности. Пами, ты заняла первое место. Знаю, что победил ты. Вы просто хотите развеселить меня этими цветами. Но я держу победу в следующий раз. Пами, победила ты. Что у тебя с ушами? Знаю, что тебя это тоже немного расстроило, Лемми, но я справлюсь. Послушайте, может, лакомства нас чуть-чуть развеселят? Что будете есть? Пиццу! Пиццу! Да, пиццу! Ты нас услышала. Пицца не пойдет. А что скажете насчет вкусных бутербродов для всех на этот раз? По-моему, Пами очень пригодился наш подарок. Как думаешь, Кубс? Но через эти затычки трудно вообще хоть что-то услышать. Судя по всему, она слышит, что они говорят, но неправильно их понимает. Может, и мне для интереса попробовать? Да, вперед! Ладно. Так, ты слышишь меня, Упс? Что? Говорите громче! Что ж, вот он мой шанс разобраться с этим чудиком. У тебя самые толстые, страшные, ужаснейшие морды на свете. Правда? Спасибо, приятель. Хочешь попробовать маску для кошек, которую я недавно купил? Конечно! Ладно, жди здесь. Вот и она. Ему очень понравится эта маска. Лучше снять беруши. Держи, братец. Спасибо. Ни одна маска на свете не поможет исправить твою мерзейшую морду, так что даже не пытайся. Кубс, ты о чем это? О том, что я говорю все, что захочу, раз ты заткнул свои грязные уши пробками. Я уже вынул пробки. И я покажу тебе грязные уши. Снова прекрасно! С днем рождения тебя! Интересно, что в этом году подарят мои лучшие друзья? Они, наверное, вот-вот уже придут. Почему же до сих пор никто не пришел? Не говорите мне, что все забыли о моем дне рождения! Пойду-ка их поищу! А? Почему же тут никого нет? Как будто вся деревня вымерла, и я осталась одна. А? Для чего тут эта стрелка? Мне пойти в том направлении? Нужно идти. Ой, мама!
почему эта свеча не гаснет? Потому что эта свеча — мое специальное изобретение. Ой, стойте, теперь я снова все отлично слышу. Так ты все время носила эти затычки в ушах? О, конечно, я ведь совсем про них забыла. Ой, вот почему ты нас неправильно понимала. Странно, почему я не могу задуть эту свечу? Я скажу почему. Это вовсе не свеча, это фейерверк. Вот оно что, фейерверк!